И снова здравствуйте. Вчера записала видео, передала его маркетологу, и маркетолог говорит: ай-яй-яй, Алина, а где же основной подарок, который я анонсирую везде, который у нас будет на баннерах? Да, я вчера забыла о нашем основном подарке. Это вот такая вот подвеска. Она из белого тайского храма из города Чанграй. А вот здесь вот написано «денежная мантра». Вот эта вот штука, она, тайцы верят, что она привлекает деньги. Вот эта штука, ее можно повесить или куда-нибудь на стенку, или над рабочим столом. У меня вот такая штуковина висит в машине, я немножко ее так укоротила, чтобы она была покороче. Вот. Так что вот такой вот денежный талисман из Таиланда могут выбрать первые клиенты, потому что их у нас в наличии немного. И первые счастливчики, которые оформят заказ в нашей акции, могут выбрать себе вот такой вот денежный талисман.